Здравствуйте, меня зовут Оксана Киселева. Сегодня я вам расскажу о технике броска при завершении атаки с края. Существует очень много бросков с края, но сегодня мы поговорим об основных из них. Существует два варианта бросков основных с края. Это бросок в дальний угол и бросок в ближний угол. Перевод в ближний угол, но самое главное в этих двух бросках – это хороший прыжок. Второй вариант броска с края – это перевод в ближний угол. Вам нужно как можно дальше вылететь в центр, увести за собой вратаря и перевести всем корпусом в ближний угол. Четкое завершение атак с края позволяет растягивать оборону соперника и эффективно сказывается на игре всей команды.